Понедельник, 6 ноября. В Петропавловске облачно, небольшие осадки, плюс 2. В Костанае облачно с прояснениями, без существенных осадков, 4 тепла. В Кокшетау облачно, осадки, ожидается снег, 3 градуса выше нуля. В Павлодаре облачно с прояснениями, небольшие осадки, плюс 6. В Караганде временами дожди, термометр покажет 9 градусов выше нуля. В Расказгане облачно, временами осадки, снег, 3 градуса тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, осадки не ожидаются, плюс 9. В Семе без существенных осадков 11 градусов выше нуля. В Уральске по прогнозам синоптиков осадков не будет, плюс 5. Небольшая облачность без осадков, 7 градусов выше нуля. В Актобе осадки не ожидаются, 4 градуса тепла. В Актау переменная облачность, осадков не будет, плюс 10. В Таразе облачно, временами дожди, 6 градусов выше нуля. В Шымкенте облачно с прояснениями, ожидается дождь, 7 градусов тепла. В Кызылорде без существенных осадков термометр покажет плюс 10. В Талдыкургане переменная облачность, осадков не будет, 16 тепла. В Алматы осадки не ожидаются, 15 градусов выше нуля. В столице республики Астане облачно с прояснениями, временами дожди, плюс 8.